Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, игрок команды Метро Гипротранс, Мальчук Владимир. Как прошла игра? Ну, игра прошла напряженно, немного недооценили соперника. Соперник дал бой, хорошо играли ребята. Надо отдать им должное. Выиграли с трудом 6-4, по-моему. Удивительно, что они делают на четвертом месте. Заслуженно будем, конечно, второе после нас. Как вообще впечатление о чемпионате, о регулярке? Ну, регулярку прошли легко. Сейчас главное настроиться на плей-офф тем же составом, с той же энергетикой пройти нам плей-офф. Хотим выиграть в этот раз. В прошлый раз не получилось, в этот собираемся. Надеюсь, все получится. Спасибо. Спасибо.